из овощного такого салата. Куда нашел яды и обиды. Сегодня я Лиза Никила. Привет! Привет всем! Сегодня Ильяна и Алина на канале Приправа Клуб будут готовить всеми любимые и, в общем-то, известный гарнир. Это картофельное пюре. Но сегодня мы готовим не совсем обычное пюре, а с изюминкой, точнее, с яйцом. Яйцо придает картофельному пюре более насыщенный вкус. А это будет делать томатом. Да, поэтому мы делаем такое пюре, которое идеально подойдет к мясным блюдам, к рыбным, к овощным подливкам, либо горячим овощным блюдам, или блюдам из мяса птицы. Итак, приступим. Для пюре нам нужен очень простой список продуктов. Да, Ильяна, рассказывай, что нам нужно для пюре? Лук, соль, а еще перец, картофель, а еще вот это вот яйцо и вот это масло. Масло сливочное и лавровый листик мы положим в пюре для аромата и вкуса. А пюре можно разбавлять как картофельным наваром, то есть водой, в которой он варился, так и молоком. Картофель помыт, почищен. Теперь его нужно нарезать и отправить варить в кастрюльку. Кладем лавровый лист и хочу положить небольшой лучок для аромата. Все, варим до мягкости картофеля минут 20. Добавляем сливочное масло и самое важное, наше яичко разбиваем прямо сырое в горячий картофель. Картофель должен быть только что снят с огня, это очень важно. Степень густоты нашего пюре можно контролировать, при необходимости добавляя в процессе истолчения картофеля либо картофельный отвар, либо молоко. Молоко, если добавляете, добавляйте его немножко подогретым. Закрываем.